В этом обзоре индукционная варочная поверхность от Manfield EV292FBK. Внешне эта поверхность мало чем отличается от ей подобных, однако у нее есть одна отличительная особенность. И это сразу два бустера на каждую из конфорок. Стандартная мощность конфорок 1200 и 1500 Вт. Но при активации бустера мощность возрастает до 1500 у малой и до 2000 у большой конфорки. Таким образом, суммарная мощность варочной поверхности 3500 Вт. Управление сенсорное, а регулировка мощности производится с помощью слайдера. Панель предполагает индикацию выбранного режима и отображение включения бустера. Для каждой из конфорок предусмотрен минутный таймер с возможностью установки до 99 минут. Двойное нажатие клавиши таймера предполагает быструю установку на 30 минут. Факторы, которые влияют на экономичность панели, это детектор диаметра посуды и индикация остаточного тепла. Панель оснащена замком от детей, функцией блокировки поверхности в случае попадания влаги, автоматическим отключением и защитой от неправильного подключения. В дополнение к техническому содержанию особый стиль панели придает термоустойчиво окрашенное по всей массе стекло. Система автоотключения предполагает отключение конфорки в случае отсутствия на ней посуды. Повышенная мощность без лишних затрат – это как высокая скорость без риска. Manfield. Мы знаем, что вам нужно.